Как налить чай в блюдце так, чтобы туда чаинки не попали? Возьмите кружку такую же по размеру, в которой вы налили чай, и закройте ее вот так вот сверху. И дальше берите за ручку двумя руками, разумеется, и наливайте в блюдце. Чай через эту тоненькую щель будет медленно наливаться. Чаинки попадать не будут. Спасибо большое за внимание.